Басары, коррекционная школа-интернат. Сейчас здесь оздоровительный лагерь «Факел». Для детей с особенностями развития приехали гости, привезли мороженое и сладости, установили батуты и устроили праздник. Мы, как взрослые люди, как ответственные люди, мы должны им помочь. Я просто смотрю на своих детей и понимаю, что у моих детей есть гораздо больше, чем у этих. Поэтому по мере возможности помогаем и здесь, в интернате. В интернате более 140 детей из Дубасарского, Каменского, Рыбницкого и Григориопольского районов. Оздоровительный лагерь на базе интерната работает уже 15 лет. Отдыхают здесь воспитанники интерната. В этом году почти 20 человек. Это дети-сироты из малообеспеченных семей и группы риска. Круто, очень. Может отдыхать, веселиться. Что вы делаете? Ходим мы на Днестр, купаемся там, там теплая вода. На площадку ходим, как раз там горки, качели. И ходим в картинную галерею, смотрим там красивые картины там, очень крутые. Еще мы в Тирасполе ехали на аттракцион, очень красиво было. Там это осьминоги, чашки, батуты развлекательные, все там развлекательно. И даже колесо обозрения. Разработана программа воспитательной работы в лагере. Дети почти в самом помещении и на территории лагеря не бывают. На речку ходят ежедневно. Были в музее, на детские площадки. Президент подарил 100 билетов нам, школе, в Екатерининский парк, в парк аттракционов. Детки наши ездили в четверг, прошлые. Масса впечатлений, радости. В лагере «Факел» одна смена. Раньше дети здесь отдыхали 2 недели, в этом году на 7 дней больше. Детей кормят 5 раз в день.